Сейчас, сначала, да, левую ладошку, вот так стучим, колени, раз, потом опускаем, два. Гостям, пришедшим в Дом дружбы народов на празднование корейского Нового года, Саль-Лаль, пришлось нелегко. Уж очень хотелось успеть на все мастер-классы. Пока в спортивном зале обучали искусству дан-брейн-йоге, игре на барабанах и танцам, в соседнем помещении можно было освоить оригами и каллиграфию. Писать корейские иероглифы гостей учила Екатерина Ли. Девушка – графический дизайнер, выросла в Самаре, но корейским владеет в совершенстве. Часть родственников живет в этой стране, а семья Екатерины регулярно приезжает к ним в гости. И хотя делится Екатерина Самару любит и никуда переезжать отсюда не хочет, есть вещи, которые ее в Корее восхитили. В частности, проявление уважения к старшим. Люди живут вокруг технологии. Все настолько ими пропитано и все роботизировано. То есть, ну, совершенно другая планета как будто. Плюс менталитет совершенно другой. Такая смесь традиций и какой-то современной вот этой всей роботизированной вещи. Ну, то есть, до сих пор у них присутствует, что нужно кланяться старшим человеку, до сих пор присутствует 7 видов поклонов, там куча разных форм уважения, обращения к старшим. С особым уважением кланялись в этот день и называли старейшим Якова Кима. Он был среди тех, кто 40 лет назад решил сплотить самарских корейцев. И с тех пор вместе с супругой не пропускает ни одного праздника. Рассказывает, национальные блюда дома готовят не только по особым случаям, но и в будни. А на Новый год составляется праздничное меню. Вот чартаки, мое любимое блюдо. Это такой резиновый хлеб из белой муки, с рисовой муки делают. Потом много салатов. В Корее вообще, мы когда там были, на стол ставили пап, это каша рисовая. Второй кук, это суп корейский. И салатов минимум 8-10 салатов. В Корее это считается нормой. Кимчи, это капуста из пекинской капусты, то же самое, что мы делаем с русской капустой. Солим ее. А они солят на весь год. Особое внимание самарские корейцы уделяют воспитанию подрастающего поколения. Обучают своих детей языку, культуре и даже национальным играм. В этот день дети играли в такчи, чеги-чаги и юннори. А завершился праздник концертом, на котором представили корейские народные песни и танцы. Виктория Шаре, Игорь Казановский. События.